Всем привет, Костало здесь. Наконец-то, ВХСник. Вот единственный, пока на кого я ориентируюсь в плане переводов, потому что в рейтинге пока эти трейлеры не озвучили. Поэтому ВХСнику спасибо. Вышло еще парочка трейлеров, помимо Трансформеров и Братьев Марио, на тоже довольно значимые для меня франшизы, одну из которых я, правда, не видел ни одной части, а вот во второй я видел все. Речь идет про Стражи Галактики, я видел обе части, кроме Holiday Special, который рождественский выпуск, я его на днях посмотрю. Вот, а пока Стражи Галактики 3. Любил, люблю, буду любить. Третью часть особенно. Так, это мы пропустим. Незачем. Показывает чудесная студия. Нас не было довольно долго. Но что бы ни произошло дальше, не знаю. Так-то мы не успели соскучиться после рождественского выпуска, который я пока не видел, опять же. Галактике все еще нужны ее стражи. Здрасте, мы пришли с миром. Неплохо так Грут подрос. Напоминает очень сильно девочку с револьвером из Ранго. Да ладно, Драк, серьезно, чувак? От режиссера, который... Это типа Зверополис местный. Мечта... Это, знаете, мечта фаната Фурии исполнилась, ей-богу. Режиссера, которого уволили, а потом взяли назад за какие-то заслуги. Не нужно забывать. Откуда мы? Это в сливе я, кстати, видел. Сливали кадры с трейлера, где маленький ракета. Мы бегали. Вы бегали? В костюмах из Among Us? Серьезно? То есть, мы типа не отслаемся. Окей, Among Us. Я понял. Мы бегали всю нашу жизнь. Пит, с меня хватит бегать. Следующим летом. Пришло время. Я так понимаю, это главный злодей? Новый. Я сразу говорю, ребят, я что-то знаю из Marvel вселенной, но не все. Поэтому напишите в комментариях, кто здесь будет злодей. Вот этот чернокожий, который. Встретить музыку. Мы все улетим вместе. В последний раз. Навстречу вечности. И прекрасному небу. Выдра, которая подружайка... ракеты. Во-первых, она очень сильно похожа на выдру из мультсериала по пингвинам из Мадагаскара. Во-вторых, по-моему, я ее помню из игры от Telltale Games. Я потому что помню, я на канале их проходил. Сейчас я гляну у себя. По-моему, я эту выдру знаю. Потому что я... Она ведь была в игре? Ну-ка, секунду. Сейчас я узнаю, погодите. Она, по-моему, была в игре. По Стражам Галактики от Telltale. Или не была? Я не помню. По-моему, была. Или не была? Да, была вот эта вот выдра. Прикинь. Поэтому я эту выдру знаю не впервые. Мы есть. Но я забыл ее имя. Грут. Вернул голос Вина Дизеля. Стражи Галактики, часть третья. И убьем любого, кто встанет на пути. Нет, никого не убивать. Убьем пару людей. Никаких людей. Убьем одного парня. Одного тупого парня, которого никто не любит. Теперь как-то печально стало. Скоро на ВХС. Ну, Дракс себе не изменяет никогда. Ну, и Индиана Джонс. Пятая часть «Циферблат судьбы» с 80-летним Харрисоном Фордом. Здесь та же ситуация, что и с «Трансформерами».
Последняя часть, она очень многих возмутила. Хрустальный череп, ее очень многие не любят. И понятно почему. Обзор от Сокола тому пример. Но успели соскучиться. Поэтому, может быть, все будет не так плохо. Тем более говорят, что за кресло режиссера сел тот, который снимал Логана. А мне Логан понравился, поэтому, в принципе, можно глянуть. Но глянуть только с условием, что я посмотрю предыдущие части, в том числе и худший «Хрустальный череп». Я скучаю по пустыне. В котором, кстати говоря, был Шайа Лабаф. По-моему. Я скучаю по морю. И скучаю по тому, как просыпался каждым утром. Гадаю, какое чудесное приключение принесет новый день. Те дни давно прошли. Может быть, а может нет. Следующим летом. Я не верю в магию. Но несколько раз в жизни я видел вещи. Вещи, которые не могу объяснить. И я пришел к выводу, значение имеет ни во что ты веришь. А насколько ты веришь в это? Так-то круто выглядит. Инди! Видимо, для эпика решили замедлить главную тему Индиана. ППШ, чё, простите? Индиана Джонс и звоночек неизбежности. Извините. Кто этот человек? Я ее крестный отец, да едва родственник. А ну назад! Я понял. Скоро на ВКС. Ну, выглядит, конечно, круто, но как бы этот фильм не повторил судьбу четвертой части. На самом деле, с этой части можно, в принципе, и прощаться с Индианой Джонсом. Во-первых, потому что, ну, мягко говоря, надо отправить на покой обоих персонажей. Это имеется в виду, что и Индиану Джонсона, и самого Харрисона Форда, поскольку возраст мне, конечно, не помеха, но тем не менее грядет тот час, когда не станет Харрисона Форда. Поэтому Индиану Джонсона ведь никто не заменит. Потому что уже была попытка заменить Хана Соло, и она получилась так себе. Поэтому пора задуматься режиссерам, всем кинокомпаниям, что, может, пора опустить Индиану Джонсона на покой с этой части. Типа, может, хватит? На этом все.